Яндекс Ньюс. Отличное, личное, личное утро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Каждую пятницу на радио Болткома после 9 утра. Личное утро. Доброе утро всем, 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 кто к нам сейчас присоединился. И еще раз доброе утро тем, кто и с нами остается с прошлого часа. Мы продолжаем утро на Болткоме, и сейчас у нас личное утро на Болткоме. Ну, вы понимаете, что личное утро – это человек какой-то, который, о котором мы хотим рассказать, и который тоже что-то важное хочет сказать нам. И сегодня это Юлия Ереська, руководитель, арт-директор и руководитель Museum LV и Грата. Да? Это арт-галерея, которая в Риге очень известна и пользуется сейчас большой популярностью. Вот буквально рядом с нашей студией находится, практически через дорогу. Доброе утро, Юля. Доброе утро. Арт-галерея Museum LV, культурный центр Грата. Вот так, если правильно. Так вот длинное название. Арт-галерея и культурный центр. И там постоянно что-то происходит, о чем мы сейчас и расспросим Юлю. Но сначала я хочу традиционный вопрос задать для личного утра. Да, извините, ведет сегодня программу Рита Трушкина, это я. И наш звукорежиссер Евгений Копеин в студии помогает нам делать хороший звук. Гостья у нас Юлия Ереська. Личное утро подразумевает, первый вопрос такой, как у вас утро начинается обычно? Вот сегодня и всегда. Что такое ваше личное утро? Ах, просыпаюсь я под пение птиц. Это красиво. Да, принимаю горячую ванну, потом выпиваю бокал шампанского, потом я иду загорать. Потом мне привозят грузовик цветов. Да. Муж кофе в постель. Ну, как начинается утро? Утро у меня обычно... Сегодня у меня началось утро в 5 утра. Ой-ой-ой. Вот с 5 до 6 я уже обо всем с вами поговорила. Все наметила, что мне нужно сказать. Потом все-таки заснула. И проснулась и побежала. То есть нам надо было программу на 5 утра назначать. Да, да, это было бы самое удачное время для моей мозговой активности. Работоспособность с утра выше, да? Ты жаворонок. Ну, если вечером не ложиться, то наступает какой-то момент, когда утром легче думается, чем под вечер. Юля, а вот сегодня мы в предыдущий час говорили в эфире, сегодня такой день интересный, день шуршания осенними листьями. Удалось вам пошуршать? Не могу не спросить. Ой, я запланировала этот акт на понедельник. Поеду в сторону Сигулды, и там буду шуршать. То есть без привязки к дню специальному? Да, да, я позвала уже подружек, поедем, будем Это здорово. Запахи, желаем вам картинки, красоты и получить радость от этого шуршания. Это действительно очень здорово, потому что это короткий период такой в году. Очень вдохновляющий. День учителя сегодня. Вам о чем-то, не сегодня, а воскресенье. Но сегодня начинаем уже поздравлять. Вам о чем-то говорит эта дата, таком личном? О, о многом. Это, в принципе, огромный кусок моей жизни. Трое детей, и, естественно, все прошли вот этот... большой, я со всеми с ними прошла этот большой период. И так интересно, у меня менялось отношение к 1 сентября и ко дню учителя с каждым, новым ребенком. С каждым новым ребенком, да. Сначала, когда дочка шла в школу, я класса до 7, наверное, когда я провожала на линейку 1 сентября, я плакала. Мне так было жалко ребенка. Ребенка. Вот. Но вот ко дню учителя обычно уже успокаиваешься, уже налаживаешь контакт, если приходят новые учителя какие-то, и уже рад, и уже все хорошо к этому моменту. Поэтому день учителя как праздник всегда уже праздник настоящий. По сравнению с 1 сентября, который не всегда такие вызывает эмоции. Я думаю, так же и учителей. Да, да, что точно. 1 сентября такой немножко со вздохом. Праздник праздником, ну как-то вот начало такого трудного года обычно. Да, да. А тут вот просто можно принимать поздравления. Есть какие-то у учителя, которые вам запомнились? Из моей школьной жизни? Да. Может, из детей или из вашей?
Ну, из детской школьной жизни все хорошие учителя были. И запомнились и хорошим, и не очень хорошим, но в любом случае это школа жизни. И сейчас я понимаю, что многое, что происходило с моими детьми в школе, в чем участвовали непосредственно или опосредованно учителя, все имело какой-то смысл и... Тренинг такой, тренинг, да? Угу. Совершенно верно. Поэтому, а из своей школьной жизни, ну, скажем так, мой любимый учитель и учитель нашего класса, это учитель русского языка и литературы, потому что благодаря ей мы взахлёб читали классику задолго до того, как мы ее проходили по программе, и это было очень интересно. И она первая, Наталья Юрьевна Суслова, она первая, кто показал в советской школе нам, на советском уроке, что мы можем спорить, что мы можем обсуждать. И, скорее всего, вот, допустим, такой показатель. Я училась в 34-й школе. Это школа с английским уклоном. Там, конечно, была жесткая, наижесточайшая дисциплина, да, то есть мы ходили по коридору, все очень тихо, и, не дай бог, выходит директор из своего кабинета, это все, все просто замирали реально, вот, а на уроках русского языка и литературы мы отрывались, и такой показатель из всего класса, 31 человек, поступили в высшее учебное заведение 29. Угу. Да, да. Это отличный показатель. Да, и вот я считаю, что вот благодаря тому, что мы с 5 класса были такими вот спорщиками и достаточно большими вольнодумцами, многие потом и дальше успешно шли. Вот вольнодумцами – это хорошее слово, это действительно стоит пожелать такого, да? Потому что ломаются какие-то, может быть, рамочки, и человек… Творчески может развиваться. Да, совершенно верно. Но здесь еще очень важно, чтобы преподаватель, который дает тебе вот это, вот эти границы, чтобы они были не шире, да, и чтобы это действительно, и чтобы ты действительно понимал, что ты можешь высказывать свое мнение, которое не обязательно согласовано со старшими, но в очень уважительной форме. Вот это тоже очень важно для детей, там, 5-6 класс, потому что я сейчас смотрю на деток, которые учатся сейчас в школе, ну, мне кажется, немножечко это по-другому уже все. И еще одна проблема тоже, я немножко послушала предыдущий час, и вот мой коллега очень хорошо заметил, что в наше вот сейчас... Еще может быть проблема с дисциплиной и с авторитетом учителей заключается в том, что любой ребенок сейчас может открыть любой гаджет, загуглить, точная информация или неточная. Проверить. Проверить. Да. И если есть альтернативная какая-то информация или мнение, он его может высказать. И... Вот это как бы, вот не знаешь, где здесь... А хорошо это или плохо? Я бы однозначно не могла ответить. Вот да, вот это как раз те рамки, которые задает учитель. То есть ты можешь высказывать свое мнение, но ты его должен высказать в уважительной форме и учитывая персону, которой ты все это говоришь. Юля, а вот вы за эфиром сказали, что была перспектива тоже стать учителем. Серьезно? Да, была такая так перспектива. Так бегло прозвучало. Ну, училась в 34-й, да. Это одна из школ с английским уклоном, одна была 40-я, другая 34-я, и, ну, конечно, куда потом шли поступать выпускники школы наши. Это Латвийский государственный университет ИНЯС. Вот. Ну и, естественно, если бы я его закончила, то один из выборов был бы как раз... идти преподавать. И, ну, английская филология – это такая хорошая, интересная наука. Но на третьем курсе я уже вышла замуж, у меня родилась дочка. И на третьем курсе мы с мужем поехали в путешествие в Америку.
И случилось, что я... Случилось такое жутчайшее разочарование мое личное в моих знаниях английского. Совсем недавно тоже мы с кем-то это обсуждали. Американский тему. Английский оказался не таким. А, да? Меня все понимали. Угу. Я никого не понимала. Угу. Причем это 10 лет английской школы, 3 курса университета, английская филология, 3 года в наушниках в фонетическом кабинете. Я не могу сказать, что я была примерной ученицей. Я, ну, в школе была хорошистка, я даже не готовилась к экзаменам в университет, просто как бы по накатанной пошло совершенно спокойно. Но я поняла, что... То есть я захотела разобраться, почему я никого не понимаю. Тогда же еще не было фильмов на английском языке, mm-hmm. доступным здесь вот в Латвии, да. И я запланировала и поехала в Америку целенаправленно, нашла там школу языковую и осталось, чтобы за какое-то время... Совершенствовать язык. Да даже, да, просто его заново выучить mm-hmm. на самом деле. Mm-hmm. Вот. Ну, а потом, когда уже втянулась, так уже и нашла и институт искусств, Mm-hmm. и поступила туда, и так вот у меня американская... Лесли университет. Да. Mm-hmm. Это искусство и дизайн. А сейчас это называется, так, Boston. Я поступала в Boston Institute of Art. Mm-hmm. Потом они расширились и стали называться Лесли College and university, что-то такое, mm-hmm. да. Но это уже как бы для меня не актуальное название, потому что я училась. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, вот ничего случайного-то не бывает. Ой, да. То есть получить образование в сфере искусства в таком престижном, хорошем месте, это конечно, ну как, уже программирует на что-то, да? Юля, вы рисовать начали с детства, да? Вот читали в каких-то интервью. Да, да, ну, у меня папа художник, mm-hmm. да, и он, в принципе, все свое свободное время посвящал своему творчеству. Поэтому для меня это было очень естественно. Я никогда не думала, что я буду... Ну, к окончанию 10 класса я не знала, что я буду делать. Вот я пошла, как все, в университет, mm-hmm. потому что знала, что я получу высшее образование, диплом, все будут счастливы, mm-hmm. я в том числе, а потом как-нибудь определюсь. Ведь в то время, мне кажется, если ты не вырос в семье, допустим, медиков, в семье профессоров какой-то конкретной науки, то ребенку достаточно сложно было определить. Ну, лично мне было очень сложно к 10 классу понять, чем я хочу заниматься. И поэтому логичным стало вот уже позже, да, когда mm-hmm. я уже и собственную семью, нельзя сказать, завела. Ну, как бы, когда я уже стала более ответственной к своей жизни и к жизни моих близких, тогда вот пришло это, во-первых, сначала вопрос, что же я буду делать дальше, чем на самом деле заниматься, и что мне интересно. Ну и потом вот уже как бы как-то все очень логично получилось. Да, и вот логично такими небольшими этапами это пришло к замечательной арт-галерее, музеям ЛВ и культурному центру Грата, который находится в центре Риги на улице Пумпура. Андрея Пумпура 2. Да? А сейчас, вот буквально недавно было событие, о котором мы можем поговорить, то есть это было открыто уже третий раз, если не ошибаюсь, ежегодная международная конкурсная выставка «Грата Балва», то есть да. выставка картин, а призы даете вы, да? Расскажите про это, что это? Да, ну хорошо. Это такая очень... Вот в этом году это, конечно, тема сложная, да. с одной стороны. С другой стороны, ну, преодолевая какие-то трудности, мы развиваемся, да, в какую-то еще, чуть-чуть расширяем те самые границы. Этот конкурс я придумала 3 года назад уже, получается, да, в этом году это третий уже конкурс. Обычно это ежегодная летняя выставка, mm-hmm. конкурсная.
Через год мы добавили к ней слово «международное», потому что к нам присоединились уже художники из разных стран. В прошлом году у нас даже были художники из Кореи, также были из России, из Литвы, Литва, Эстония, это само собой, это наши соседи, Белоруссия, Англия. И в этом году были планы сначала, чтобы подтвердить статус международный, уже так вот развить как бы этот статус, у меня были договоренности с Московской галереей винзавода. Угу. Мы должны были весной с работами прошлого года приехать в Москву и там провести выставку совместную уже с российскими художниками, которые участвуют вот в этом конкурсе. Потом мы собирали бы всю эту выставку и везли в Ригу. И летом эта выставка, теперь уже присоединяем работы этого года, и эта выставка уже проходит у нас в галерее музея МЛВ. А осенью по этой же схеме мы должны были ехать во Францию, присоединять уже французских художников. То есть такой формат путешествующей выставки, который на самом деле имеет несколько под собой причин. Первая причина, во-первых, ну, допустим, у нас на этой выставке 130 художников участвуют. Очень, причем, очень солидная цифра. Да, причем это художники только из Латвии. Вообще-то 129 плюс один. А я, как меня одна моя подруга называет, мастер интриг. Я решила не делать как бы интригу 129 плюс 1, а сделать просто 130, потому что один – это моя работа, но я в выставке не участвую. Но тоже был вариант названия. Вот. И в этом году только латвийские художники, ну вот 130 художников. И 200 работ принесли. То есть художники, которые приходят потом на выставку, художники-участники, они имеют возможность оценить, во-первых, встретиться со своими коллегами. Да. Во-вторых, быть в курсе всех направлений, всего, что происходит с их коллегами, с их творчеством, куда оно развивается, да. Кто-то, может, какие-то техники новые нашел, кто-то вообще новые жанры использует. В первую очередь, это интересно художникам. И мне, конечно, безумно интересно. Во вторую очередь, такой формат, к которому я сейчас пришла, он предполагает работы небольшого формата. Это работы 40 на 40 холсты. Либо вот в этом году я добавила еще круглые холсты, диаметр тоже такой же. И мы очень заранее рассылаем художникам. Заранее это зима. То есть в январе мы разослали первый раз приглашение тем художникам, с которыми мы работаем. То есть мы не объявляем открытый конкурс, мы не объявляем, что приносите все, кто хотите. Мы делаем такой предварительный отбор, который тоже имеет под собой такие этические причины. Когда художник тебе принес уже работу, ты не можешь ему отказать. Это, ну, ужасно. Да. Поэтому мы изначально решили, что мы будем регулировать, регулировать немножко, только приглашениями. Ну вот карантин, все ваши планы нарушил, да, в общем-то? Карантин нарушил очень сильно график, да. Но что интересно, что я не знаю, как правильно выразить, то есть нет худа без добра. После выставки, то есть мы перед карантином открыли выставку Илзы Смилдзен. И она продлилась, ну, буквально, по-моему, неделю, да, и объявили все эти карантинные меры, нам пришлось закрыться. Но после Илзы Смилдзен должна была быть балетная выставка. И Лита Бейрис, который наш муза нашей выставки, которая организовывает каждый год международный балетный фестиваль, балетный фестиваль. Это был 25-й балетный фестиваль. То есть она задумала большую юбилейную такую программу.
И мы были одними из участников этой программы, то есть мы были вписаны в расписание. Ну, я как бы, мы сделали подарок ей, этой выставкой. Но она, эта выставка такая объемная, и я ее придумала очень содержательной. Поэтому времени на ее организацию нужно было очень много. Мы продолжим через несколько минут, да, вот как раз говорить об этом, о балетной выставке, об этом очень интересном событии. Оставайтесь с нами. Микс Ньюс. Мы продолжаем «Личное утро», и сегодня у нас в гостях Юлия Ерейска, руководитель и арт-директор галереи «Музеум ЛВ» и культурного центра «Грата». И мы в первой части до перерыва начали говорить о балетной выставке. У вас она очень красивая, эта балетная выставка была. Там и дети танцевали. Да. Элита Бейрис выступала. Элита Бейрис. Расскажите чуть-чуть, вот самое вот, что вас тронуло в этом мероприятии большом, красивом. Тронула моя работа. В прошлом часе говорили как раз о том, что карантин, как ни странно, здесь мне пошел на пользу, потому что такой объем... Да, бывает и так. Да, вот понимаете, такой объем информации нужно было переработать и выдать это в визуальном каком-то содержании, что... Как-то я с удовольствием все делала, не спеша и с расстановкой. Наверное, поэтому получилось так волшебно. Я сама очень довольна. У нас были и девочки из балетной студии периодически нам устраивали перформансы, танцевали. И Лита встречалась со своими поклонниками в галерее. Потому что во время карантина весь ее фестиваль... как бы накрылся медным тазом, да. А у нас была возможность, мы не зависели, в принципе, от этого графика, я просто сдвинула все остальные выставки, но такую выставку канцелировать не стала, потому что она действительно вышла грандиозная. Все работы балету были посвящены? Я придумала такой концепт. Для того, чтобы было именно посетителям интересно, потому что такое музеум, да, значение слова «музеум». Дом муз изначально, да, что это означало. Поэтому мы как бы свое творчество отдаем и делимся со зрителем. И вот чтобы зрителю было интересно, я придумала сделать эту выставку через истории четырех спектаклей, балетных постановок, в которых Лита была примой. И мы сделали посвящение через творчество Литы, посвящение всему латвийскому национальному балету. Красиво очень, да. Да, ну, и было очень интересно. Мы были в опере, провели много времени, мы собирали реквизит из оперы. Интересно и волшебно было то, что у нас были настоящие костюмы. Актуальные, в которых вот, я их еще развесила, так многие из них были не на манекенах, а в воздухе как бы парили. Ну, то есть, я постаралась создать обстановку, атмосферу и закулисья, и когда зритель заходит в зал, в зрительный зал, допустим, в опере, он не может зайти на сцену и потрогать, пощупать, а здесь балетная... Изнутри, да, закулисья. Вот. И в то же время были новые костюмы, балетные 20 костюмов, которые нам дала для выставки Ева Эмертре. Она, она танцор, и она шьет костюмы сама костюмы. Да. Потом были балетные костюмы Литы Бейрис тоже. Были работы, посвященные, холсты, посвященные балету знаменитых наших. Хенриксенс, ну, очень узнаваемо. Господин Зузенс нам дал две работы хорошие, Табака и Логина. В общем, все посвящено балету. Почему я так долго еще об этом рассказываю? На самом деле, карантин тоже меня вынудил найти новые способы, как познакомить зрителя с тем, что уже прошло, закончилась выставка, которая закончилась. Я нашла специалиста, который занимается 3D, это не фотография, это
форма презентации любого пространства. И мне так было жалко расставаться с этой выставкой, что да, я его просила, он сделал. Мы ее перевели в 3D. К чему говорю? К тому, что у нас на сайте. А можно посмотреть? Можно посмотреть в блоге именно. Как сайт называется сразу? Точно так же, как галерея. Значит, сайт называется Музеем ЛВ Грата Джей-Джей. Ну, если заводите Музеем ЛВ, именно там выскочит. А про выставку, которая сейчас еще проходит до 17 октября. Грата Балва. Грата Балва, да. Что мне интересно, что я понимаю, конечно, сейчас такие тяжелые, сложные времена у всех, и нам даже пришлось ввести минимальную плату за вход, но эта выставка, этот формат еще интересен со стороны зрителя тем, что можно приобрести любую работу. Все работы продаются на выставке знаменитого художника малого формата. Потому что если ты хочешь иметь у себя в коллекции, или, ну, может, нельзя назвать прям коллекцию, но тебе нравится какой-то художник, большая, крупного формата работа будет стоить дорого, маленькая меньше. А голосовать же тоже можно там за эти работы? Да, зрительское голосование. При открытии мы даем свой собственный приз. В прошлом году это был Наумов, это был Дерманис, позапрошлым был Фелбергс. В этом году мы уже вручили приз Юрису Димитерсу. И а он открывал выставку, да? Он, да, мы ему дали, давали приз. Он, ну, в принципе, мы вручаем свой приз, свой независимый ни от кого приз, своим друзьям-художникам, тем, кто, с кем мы работаем, кто нас поддерживает, кого мы хотим в данный момент поддержать. Может быть, у кого-то сложные времена, может, у кого-то, ну, действительно есть прям острая необходимость. Это хороший момент. Так приятно слышать. Хороший момент. Да, да. Ну, да, в принципе, а второй приз мы дали уже, ну, это мои просто любимицы Скоя Браден. Они очень... Как это сказать помягче? Они очень необычные, они отличаются от всех. У них только что закончилась большая выставка в Декоративном музее искусств. Вот. Но у нас они тоже участвовали, я им тоже дала приз, я знаю, что им это нужно. Но, в принципе, у нас еще есть фонд благотворительный, который занимается помощью пожилым людям со зрением. Ну, и вот эта выставка «Грата Балва», то есть она закончится 23 октября? 17 октября она закончится, и до 17 октября мы ждем всех зрителей на тайное голосование. Можно прийти на выставку. И повлиять на выбор победителя. Да, да? Приз зрительских симпатий, такой же, как и приз Музеем ЛВ, это 500 евро, это хорошие деньги очень по нашим временам. Приз, поэтому каждый голос нам важен. А там картина анонимна? Анонимна. Вот это особенно условие. Интересно. Да. Когда мы рассылаем приглашение, мы в приглашениях же указываем и раскрываем тему данного выставки этого года. Тема должна быть интересной для того, чтобы художник, чтобы ему было интересно работать. В этом году это артефакт «Пятая цивилизация». Как раз как бы то, что останется следующей цивилизации от нас, от художника, что он хотел бы оставить после себя, свой след, да, след на холсте, вот что. Давайте еще раз напомним, где находится ваша галерея. Галерея Музея МЛВ находится в культурно-образовательном квартале напротив Национального художественного музея и Академии художеств, а с другой стороны улицы Вальдемара Министерство культуры. И наискосок радио Болтком. Вот, это направо, а слева... Андрея Пумпора 2. Это наша галерея. И в какое время работаете? Время работы с 11 до 7, вторник, среда, четверг, пятница.
И по субботам мы работаем с 11 до 5. Все, мы запомнили информацию, еще напишем на сайте и будем к вам приходить вместе с радиослушателями. Юля, а вас очень интересно, это тоже, наверное, ваша была идея, проведение при галерее лекции по истории искусства. У вас какой-то там очень замечательный лектор, искусствовед выступает. Расскажите немножко, что это и как. Ну да, это тоже история уже не этого года, ей уже несколько лет. Изначально, почему именно еще и культурный центр? Именно потому, что мы галерея не в обычном режиме галерейном, да, потому что, в принципе, галереи как таковые уже нельзя сказать, что они существуют и работают так, как они первоначально предполагалось, что работают галереи. То есть, как это было в прошлом веке, галереи уже так не работают практически. Это такой отмирающий вид, к сожалению. А я придумала формат, который интересен мне именно как художник. Мне как художнику... то есть я заявила, что я делаю только то, что интересно именно мне. Я не искусствовед. У меня был, конечно же, курс истории искусства в институте. После этого я, конечно, объездила полмира, все это изучала уже непосредственно в музеях. Но я обнаружила, что очень многим людям, кроме меня, многим посетителям, очень интересно, что стоит за данной картиной, за данным направлением. И подумала, что ну да, точно. Когда в историческом таком аспекте, в культурно-историческом берется картина, она же по-другому читается, да? Абсолютно. Ну, тем более это интересно и для тех, кто хочет понимать и современное искусство без знаний хотя бы общих всей мировой истории искусства сложно воспринимать современное искусство. Я до сих пор его очень сложно воспринимаю. Вот, и два года назад мы уже начали делать сначала по одной лекции, то, что интересовало там лично меня или по запросу. Мы приглашали, у нас была и Эдварда Шмидта, это национальный музей наш, искусствовед. У нас Эдуард Дорофеев лекции читал тоже из Национального музея. Вита Озолыня, это биржа. И вот сейчас мы больше сделали акцент на искусствоведе, которые я заказываю прямо темы, то, что мне интересно. Она их разрабатывает, это большой труд. Юля Осипова. И вот сейчас у нас уже целый курс. То есть три курса. Нет, четыре, три. Три или четыре. А какие темы примерно? Один курс, первый курс мы начнем с импрессионизма. Это будет 5 лекций по импрессионизму. Второй курс, который мне самой очень... Я его придумала, и я очень за него волнуюсь, потому что там, по-моему, 16 лекций, но все не вместить. Это история русского искусства. Да, это... И еще и в... Да, история русского искусства и сравнение... русского искусства с европейским искусством, да, то есть как это параллельно шло, развивалось и чем отличается. Затем есть тема тоже, это тоже большой курс, затем курс «Цвет и свет в искусстве», это читает другой искусствовед, и еще один большой курс «Коллекционеры», знаменитые коллекционеры и их коллекции. Вот это да. Да. Это конечно, и Морозов, да, и Щукин, и, боже мой, Гугенхайм. Там тоже, по-моему, 6 лекций. Гугенхайм. У вас, кстати, есть любимая галерея в мире какая-то, вот, которой вы были или хотите туда поехать? Галерея, ну, скажем так, что куда бы я хотела возвращаться еще много раз, и, может быть, даже каждый день, если была такая возможность, это музей Прадо. Оставил такое очень яркое впечатление. А так, конечно, все очень интересно. Юля, ну вот Латвия тоже славится своими художниками. Да. У нас, наверное, такая очень яркая, интенсивная жизнь. Или сейчас что-то изменилось? Вот как вы видите свое место, своей галереи в общей такой структуре?
Ну, вот я уже сказала, что, в принципе, галерея как, ну, да, 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 какое-то образование. Оно, культурный центр, скорее, да? Это скорее... С расширенными возможностями. Да, да, переходит на более доступный уровень. Я открывала галерею сразу же с целью познакомить и туристов, и местных, зрителей с латвийским искусством. Потом это уже приросло, конечно же, и авторами не из Латвии, но в Риге есть очень хорошие несколько галерей, которым там 20 лет. Допустим, галерея Даугава – это классика, это, ну, на любую выставку туда идешь и получаешь удовольствие. Это не современное, ну, это не понятие современного искусства, то, что там выставляет, но там очень такие надежные, очень добротные латвийские авторы. Современное искусство, я, с одной стороны, рада, что у нас появилась, допустим, та же Рибока, да, на, ну, особенно сразу после карантина, что они все-таки открылись. Я была на презентации, презентация была еще весной, это, ну, закрытое мероприятие. Конечно, у них планы были грандиозные. То, что получилось, то получилось. Но, с другой стороны, конечно, если вы поедете в Венецию на Биеннале, вы будете знать, куда можно двигаться. Ну, понятно. Но у вас очень часто тематические выставки проходят, да? Вот я, например, лично запомнила «Форштадтские истории» Инги Юровой, да? Когда мы пришли, просто обалдели. Был взят московский Форштадт, вот наш, да, рижский, и показан так романтически, так необычно, что не хотелось вообще отходить от этих картин. Потом очень запомнилась Агния Германа, наша любимая выставка, да? Ну, Инга Юрова, она замечательный и глубокий художник. Мне эта выставка запомнилась еще тем, что я, ну, практически все выставки я делаю сама сценографию. Вот, то есть хотела я спросить, придумываю, как раз. Да, если истории нет, я ее придумываю. А с Ингой, конечно же, она в тот момент еще работала прямо в галерее, и мне очень хотелось, чтобы эта выставка была, ну... Ну, просто я вложила в нее со своей стороны душу, потому что Инга тоже вкладывает... Вот и запомнилась. Да. И она мне запомнилась тем, что я придумала новый формат сценографии. Это планки и картины отстают достаточно большое расстояние от стены, чтобы каждая работа как бы парила в воздухе. Вот с этого я начала, когда я поняла, что, ого, точно, а так можно? Нигде нельзя еще было так. А мне можно, потому что это мое пространство, я могу делать все, что угодно. А большая у вас команда работает на выставке? Нет. Один я, да? У меня есть колоссальный помощник. Дарья Самарина, вот на данный период, она тянет всю административную работу, потому что меня периодически заносит в такое творчество, что я просто не успеваю все переварить. Она это видит и сразу же берет на себя функции организационные. Вот. Но так, конечно, у нас есть и макетировщик, к которому мы обращаемся. Страницы я веду сама в Фейсбуке, в Инстаграме. Ну, потому что для меня это образ жизни. То есть я не придумывала ничего, не создавала нового. То, чем я занималась всю жизнь, как только вот появилось больше времени, оно как бы очень естественно преобразовалось. Юля, а ваши, вы сказали, трое детей, да? Да. Ваши дети как-то участвуют в этом? Они приходят, смотрят, как они вот реагируют? Вообще семья в структуре вашего творчества какое место занимает? Ну, это самый непосредственный плод моего творчества. Да-да-да, это правда. Но дети мне рвутся всегда помогать. Вот в организационных моментах, когда открытие, приемы, мне даже просить не надо, напоминать, это будет предложение. Они, конечно, рады, во-первых, что мама не так часто теперь бывает дома, потому что молодые... Рады, конечно, молодые люди уже, как бы молодые люди, и когда мама, мамин глаз все время на них, это неправильно.
Поэтому как-то все логично сложилось. Дети подросли и уже не нуждаются в таком моем внимании. И теперь они мне внимание уделяют. И я тоже очень рада этому. Да. Да. Правда, конечно, иногда они терпят меня очень так. Я им за это очень благодарна, что они меня терпят. Ну, наверное, и гордятся тоже. Наверное, есть, я надеюсь. У нас осталось вот буквально совсем мало времени. Давайте просто расскажем, что следующее, чего ждать и на что вы нас зовете смотреть, посмотреть. Зову вас на выставку, которая будет открыта 23 или 24, это должна согласовать октября. Это выставка Диты Лусе. Угу. Шикарный живописец, легкая, прозрачная, воздушная. Она уже была у нас, ее персональная выставка. Это следующая персональная выставка. И там мы узнаем, кто победил. Да, да. Да, награду на открытии. Грата, кто получил. Да, мы подсчитываем результаты, вскрываем ящик, подсчитываем и считаем голоса. И потом будет очень интересная выставка «Артурс Берзинч». Пожалуйста, придите, посмотрите. Это очень интересно. Это то, что я называю настоящим современным искусством. Хорошим, это современным, качественным. Это будет в декабре. В декабре и январь. В конце января у нас будет «Илзе Лайзене». Потом будет еще одна выставка. Потом, может быть, я все-таки сделаю свою персоналку, если у меня хватит сил и времени. А то уже как-то совсем стыдно. И еще в октябре мы начинаем вот тот самый курс лекций, но на него нужно обязательно позвонить и записаться, и сделать, фиксировать себе место, потому что сейчас очень ограниченное количество мест в этой карантинной истории. Можно купить абонемент сразу на 4 лекции, это будет немножко дешевле, можно купить по одной лекции, но это обязательно нужно сделать заранее. Вот я завтра выставляю уже расписание практически на весь год. Лучше вот сразу мы успели вовремя, да, всех предупредить. Да. Не говорите потом, что вас не предупреждали. Да, да, совершенно верно. Заходите на сайт, интересуйтесь, смотрите. Наша программа подошла к концу. Я еще хотела спросить у вас вот о чем. За что вы благодарны судьбе? Есть какие-то вот вещи, за которые вы всегда говорите спасибо, ну, мысленно, сама с собой, да? Спасибо судьбе особенно. Я сейчас заплачу. Не надо. Я благодарна судьбе за всех и далеких, и близких, и друзей, и не очень друзей, кто встречается мне на пути. Я считаю, что, наверное, в смысле жизни занимает одну из важных ролей общение, и через это общение и опыт, работа над собой. Ну и желательно потом себя похвалить. Спасибо, Юля. Нас гостем личного утра на Радио Болтком была Юлия Ереська, руководитель, хозяйка арт-галереи Музеум ЛВ и культурного центра Грата. Спасибо, хорошего дня всем. Спасибо.